то наша хибара. Нас выгнали из одного номера и будут загонять в другой. Из-за этого мы тупим и не катаемся. Сейчас мы перекинемся в другой номер и перестанем тупить и пойдем кататься. Это мы тут обнаружили интересную тему, что почему-то в номере весь пол равномерно просел на 1.5 сантиметра, 2 относительно стен. И стены висят на потолке, перегородки внутрикомнатные, межкомнатные. Из-за этого там повело душевую кабину, короче, произошли еще некоторые интересные изменения в пространстве. Мы пытались понять причину произошедшего. Это короткий путь на склон. Ваня. Давай, мы вообще будем. Ну, у меня есть знакомые, которые нам помогут. Ваня. Нет, а помнишь, мы вчера ехали с таксистом отставным? Ну, отставным в том смысле, что он отставной этот полиционер. Вот можно, пожалуйста, как это, покрышеваться. Да, видишь, уже обросли потихонечку. Больше, чем порно. 4 икса. На улице плюс 5. Внизу все растаяло. Но в горах еще хорошо. Ну и вот тут нашли кофе питьевой. Что за аранжировка? Это как это? Вечернее творчество посетителей.
Опять забыл, как она называется, блин, средняя? Средний курган. Курган, точно. Что, там кофе? Огонь. Огонь, ребята, огонь просто. Это на подъемник. Я понял, да. Ну что, начнем?